Наши луки готовы. Мы готовы. Только покажите нам цель. Наши войска атакуют враг. Куда целиться, сэр? Лучники, вперед! Замкнуть ряды! Натянуть тетиву! За тебя, господин! До нашего повелителя! Иду! Ты мешаешь нам молиться. Мы повергнем всех левиафанов. Да, мой лорд! Мы идем! Мои верные лучники! Нельзя здесь строить, мой лорд. Наши луки будут петь! Куда идти? Отлично, мой лорд. Теперь, когда бандиты уничтожены, честные люди снова смогут заниматься своими делами. Кроме того, в лагере разбойников мы нашли золото. Оно помещено в сокровищницу. Прибыл странствующий сказитель. Ну что, тебе ясно, что делать? И, конечно, давай золото. Несколько недель спустя коварный замысел был исполнен. Это вполне в духе Олафа. Напасть, когда король лежит на смертном одре. Ты не можешь взвалить на себя ответственность за все королевство. Нельзя участвовать в двух битвах сразу. Иди и сразись с Олафом. Но оставь часть армии мне до своего возвращения. Если не приведи Господь, ты пойдешь в битве, вся страна будет в опасности. Ты прав. Я не могу так рисковать. Хорошо, но времени у нас нет. Я должен сразиться с Олафом. Удачи тебе, мой отважный брат! Сэр Вильям отправился на битву с Олафом, а ястреб остался вынашивать свой замысел. «Я, Паскаль де Виро, начальник королевской стражи, настоящим приказом распускаю ее. Всем сдать оружие в оружейную, чтобы его можно было продать. Это безумие!» Войско короля было распущено, и страна осталась беззащитной. «Ваше Величество, враг у ворот!» «Что? Где сэр Вильям? Где королевская стража?» «Времени нет. Надо бежать, ваше величество!» Вот и вся история о том, как пало королевство. Давай быстрее. Мы идем во имя небес. Где нужно пролить кровь язычников? С Божьей милостью. Здесь. Конечно! Наша вера тверда. Как туда пройти? Мы готовы! Смотрите в оба, ребята! Лучники, на изготовку! По холмам, по долам. Сэр,
Вы еще не пользовались услугами возчика? Давайте я объясню, как отправлять товары. Достойное уважение. Вы так хорошо нас кормите, что я отлично себя чувствую. У вас когда-нибудь бывает дежавю? Работа остановлена, мой лорд. В здании нет работников, сэр. Сэр. Не хватает оружия, сэр. Выходим.
Выберите товары. Ну вот, мой лорд, теперь вас уважают еще больше, так как ваши крестьяне хорошо питаются. Не хватает рекрутов, сэр. Стены замка? Есть. Ясно. На стены замка? Есть. Наши луки готовы. В бой давно пора. На стены замка? Есть. Ладно. На стены замка? Есть. Только покажите нам цель. По местам, ребята. Вот как. На стены замка? Есть. Вот так. На стены замка? Есть. На стены замка? Есть. Доброе утро. На стены замка? Есть. Что-что? На стены замка? Есть. Куда целиться, сэр? Мы идем. Привет. На стены замка? Есть. Натянуть тетиву. Мы в пути. Добрый день. На стены замка? Есть. О! На стены замка? Есть. Ясно? На стены замка? Есть. Ладно. На стены замка? Есть. Тебя, господин. Меняем дислокацию.
Плоть слаба, но дух крепок. Лучники идут! Мы здесь, чтобы противостоять козням дьявола. Я повинуюсь, господин. Ты мешаешь мне молиться. Замок сэра Грея уже рушится. Надо немедленно послать ему подмогу. Люди просто боготворят вас, сэр. Твои верные лучники! Мы готовы. Не хватает рекрутов, сэр. Наши луки будут петь! Мы готовы! Лучники, вперед! Пожалуйста, вышлите подмогу. Мои люди окружены и долго им не выстоят. Наши войска атакуют враг! Куда идти? Давай быстрее. Искореним зло на этой земле. Мы ищем грешника. Лучники, на изготовку! Вперед на стены! Копья! Готовь! Какие будут приказы?
Смотрите в оба, ребята. Соберитесь вместе. Выходим. Ой, давно пора. По местам, ребята. Мы идем. Наши войска атакуют враг. Ты хорошо сражался, сэр Стил. Ты чем-то напоминаешь мне мою молодость. Я был столь же полон сил. Мой меч в твоем распоряжении, сэр Рыцарь. Ну, Эдвин, зачем ты привел меня сюда? О, я просто подумал, что тебе может понравиться вид из темницы Олафа. Отдай Эдвину его деньги. Мэтью заставит тебя заплатить за предательство, Эдвин. Это было просто сорвение. Олаф, я верну тебе половину этого золота, если ты навсегда покончишь с Мэтью Стилом. Тревога, мой лорд. Сюда идет огромная армия. Наши луки готовы. Мы в пути. Только покажите нам цель. Меняем дислокацию. Где враги? Все будут бояться, ребята.